Всем привет! Давненько мы не говорили про китайские экшн-камеры. Последний наш обзор был на камеру от Xiaomi, а сегодня предлагаем посмотреть на его прямого конкурента, а именно HJCAM, которая хорошо себя зарекомендовала прошлыми версиями, такими как HJ4000 и 5000. А сегодня у нас на обзоре топовая версия HJCAM 8 Pro. Давайте быстрее узнаем, что данная камера из себя представляет. Поехали. Спасибо магазину MotoStuff за предоставленную экшн-камеру на обзор. Начнем с комплекта, а он, вам тут скажу, довольно-таки нескромный. Стандартный кейс для защиты камеры и также водонепроницаемая крышка для замены, чтобы снимать под водой крутые кадры. 6 креплений на шлем и прочие поверхности и запасные клейкие пластины на случай, если крепление оторвалось. Также имеется прочное крепление на руль велосипеда для экстремального катания, ну и дополнительные крепления, переходники и так далее. Специальная микрофибра для оптики и экранчиков, ну и также кабель Type-C для зарядки камеры и маленькая крышечка на объектив. Главная особенность – это возможность записывать в разрешении 4К 60 кадров в секунду. Камера имеет современный сенсор Sony IMX377 на 12 мегапикселей и апертуру 2.8 в арсенале, чего вполне хватит для съемки ваших приключений в отличном качестве. Также она оснащена линзой с углом обзора 170 градусов, поэтому много вещей будет попадать в кадр. Аккумулятор на 1200 мАч, но, как заявлено самой компанией, около 90 минут записи в 4К 60 FPS. Как я уже говорил ранее, заряжается камера по кабелю Type-C, а полная зарядка происходит за 2 часа. Еще одна особенность камеры – это LCD-дисплей с диагональю 2.33 и фронтальный дисплей с диагональю 0.96 дюймов. К слову, размер основного дисплея у HJCAM больше, чем у именитого производителя GoPro. По программной части HJCAM приятно удивило. Интерфейс выделяется среди остальных экшн-камер, лично мне он очень понравился. Просто и понятно, сможет разобраться даже бабушка-блогер. Отклик экрана хороший, нет притормаживания, но вот перевод на русский язык заслуживает отдельного уважения. Теперь перейдем к управлению. Свайпами слева направо и справа налево вы можете переключаться между режимами съемки, это фото и видео. Смахнув сверху вниз, можно включить Wi-Fi и заблокировать дисплей, это из интересного. Если свайпнуть снизу вверх, можно менять режимы съемки. Есть режим видео, задержка видео, это таймлейпс так называется, как я уже говорил, русский, конечно, это слабая сторона этой камеры. Есть замедленная съемка и разные фоторежимы. Есть пункт на главном экране, где можно поменять экспокоррекцию, выбрать баланс белого, сменить цвет картинки. Есть два варианта, HJCAM и квартира. Ну вот прям отлично. Можно выбрать также режим замера экспозиции, качество съемки и максимальное значение ISO. Ну и также имеются обычные настройки, что-то выделить интересного не могу, они есть и хорошо. Естественно, есть приложение на Android и iOS, как говорят пользователи Android, работает оно не совсем хорошо, но есть и те же настройки, которые вы можете выполнить на камере, вы можете выполнять в приложении, и это, я считаю, немножко удобнее. Ну а теперь давайте перейдем к практическим показателям и посмотрим примеры. Но сразу хочется сказать, что я поставил ограничение по ISO, и максимально оно будет подниматься до 800, поэтому приятного просмотра, смотрим сэмплы. И вот тут, по идее, должны быть примеры, какая-то нарезочка кадров, но я решил, что все-таки лучше записать на эту камеру, наверное, какой-нибудь небольшой влог, потому что в основном, я думаю, что экшн-камеры используют для создания влогов, экшн-случаи какие-то снимают, там, крепления на машину или так далее в меньшинстве, поэтому мы сегодня снимем на нее влог, и по ссылке внизу вы сможете его посмотреть. Ну, а камера, если честно, мне понравилась, как за свои деньги, 4К 60 FPS, по-моему, неплохое решение, но над языком русским нужно им еще поработать. С вами был канал TechUnion, подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. Всем пока-пока.